Всем приветик, мы в Дании. И вот самый старый маяк. Короче, респект. Он дает сигналы кораблям. Ну, короче, все четенько. Я вам скажу, ребята, для меня это круто. Дания, она тоже хороша по-своему. Видите, он дали маяк. Тут дюны, и вы видите, с правой стороны от меня Балтийское море, с левой стороны Северное. И вон там пятачок, где люди вдали, это место, где сливаются два моря. И сейчас поближе подойдем, посмотрим. Короче, вот эта точка, где пересекаются два моря. Балтийские. Море и Северное море. Это вообще супер. Вы можете видеть волны, отсюда идут и оттуда. И тут где-то пересекают. Короче, круто. Тут даже реально видно плотность воды разная. Я вам скажу, респект этому месту.